Здравствуйте, ребята. Урок физической культуры номер 3 для 9 классов. Тема: улучшение навыков беговой выносливости. Цель обучения урока: объяснять и описывать деятельность энергетической системы и ее связь с упражнениями различной физической нагрузки. А теперь переходим к общей развивающей упражнению. Первое упражнение. Исходное положение. Основная стойка. Руки на поясе. Наклонные головы. На раз вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Возьми вперед меч. На раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз. Следующее упражнение. Средняя стойка, руки к плечам. На 4 счета круговое вращение. Вперед на 4 раза. Упражнение вперед. Ничьи. Майк. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Следующее упражнение. На 4 счета большие, крупные, прямыми руками вперед, на 4 назад. Руки в локтях не сгибают. Упражнение вперед, начинаем. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Средняя стойка. Руки на поясе. На 2 счета поворота влево, на 2 поворота. Стопы на месте не поворачиваются. Упражнение влево, мячи. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Широкое расстояние. На раз, первый, два, три, правый, четыре, исходные положения, подвигаемся назад. Ноль, ноги коленки не сгибает, достаем носочки. Упражнение первое, начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Выпад правой вперед. На два счета пружинистые покачивания. На 3-4 смены прыжком положительно. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Сгибание и разгибание рук в опоре лежа. Туловище прямое. Опор лежа. Мальчики 20, девочки 10. Самостоятельно начали. Хорошо, молодцы. Так,
навстречу упражнение. Прыжки со скрестным движением. Руки на пояс. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. 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 Переходим к специальным беговым упражнениям. Первое упражнение. Закрестными болями. Упражнение плечи. Раз, два, три, четыре. 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 Следующее упражнение. Сосуды поднимания. Упражнение плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последнее наше упражнение. С выносом прямых ног вперед. Носочек тянет вперед. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре. 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 Дышали, восстановили дыхание. Вдох, наклонились, выдох. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. А теперь мы с вами вспомним, как выполняется высокий старт. Первое, что мы с вами сделаем, мы подойдем к линии, ставим удобную для вас ногу к линии, другая сзади, но нога не прямая. Соответственно, если у вас левая нога впереди, правая перед другой стороны. Если вы выполняете наоборот, то, соответственно, правая нога у вас впереди, левая рука впереди, правая нога. И по команде марш вы начинаете движение. Ну как в целом выполняется у нас старт на длинную дистанцию? Вы находитесь на метр полтора от линии. По команде на старт вы подходите, становитесь к линии, на линии не наступает, принимаете исходное положение. Марш! Напоминаю про технику безопасности. Мы работаем с вами в помещении, поэтому делаем 2-3 шага, больше делать не надо. И сильно не ускоряйтесь. И смотрите, что перед вами, какие находятся предметы, чтобы не получить травму. Теперь давайте попробуем вместе с вами. На старт. Марш. И последний раз. На старт. Марш. Но лучше, если вам команды будут подавать кто-то там, брат, сестра, папа, мама, чтобы вы могли сконцентрироваться на самом старте. Спасибо за урок. До свидания.